Все, ребята, мы в поезде, сели, катим на Минск. Там на автобус пересаживаемся. Народ вон где-то там по вагончику. Остальные туда дальше. Ну, пусть барахло пока раскладывают. Ой! Постельное не берем, потому что прибываем до 12 ночи в Минск. Все, и пересаживаемся. Так, зафиксируем. Все, естественно, телефонами занимаются. Кто-то у нас уже проголодался. Так, всех зафиксировали. А? Для влога снимаете? Для влога. Ну, тут телефоны в самую первую очередь. Там народ уже кушает, а вы пока только в телефоне. Мы жуем тоже. Это хорошо. О, Петя, приятного аппетита. Ярик тоже ожил. Хорошо. Пацаны, девчонки, кто нас смотрит, мы уже в Минске. Город-герой, если что. Такое ощущение, что часть детей, наверное, уже устала, да? Мы поспали. Я поспал. Поспали? Я поспал. Там был один клиент, которого еле разбудили. Кто? Бабушка. Ладно, сейчас мы рулим вон там. Потеряли. Да. Вон тут рядом ЖД вокзал, вон за спиной. Сейчас туда и на автобус, как говорится. Ну все, дети в автобусе, вот такой высокий, двухэтажный. Дети внутри, у нас еще 8 минут до отправления. Сейчас и мы заходим. Что, ребята, мы уже двигаемся в автобусе в Минске. Сейчас с города выйдем на трассу и уперед. Еще много километров до Москвы. Темно, света нету. Ночь. До остановки еще часа полтора. Я уже разучился спать в автобусах, я не помещаюсь в эти кресла. Вообще это жесть. Еще ехать и ехать, а потом обратно так же. Капец. Ну ладно, что, выдержим. Первая остановка уже территория Российской Федерации, кстати. Нет, так это дели на 30. Ты же на заправке. Я проверил, если тебя пропустили. Ты бы цены посмотрел. Илюха стесняется, еще не привык, да? Ну ладно. Короче, накатались на метро, капец. Вышли на белый свет. Чё, симпатично, красивенько. Ничего не скажешь, высоточки всякие. Так, на метро наездили. Сейчас идем в камеру хранения. Сдаем вещи и налегке идем дальше. Проедемся, прогулочка и на стадион, на футбольный матч. Да, движуха вот, вон, видите, все стоит. Как тут народ вообще на машинах ездит? Это какой-то капец. Метро в Москве — это подземный город в городе. Что-то я еще пока не втащил, куда здесь, как ходить, где выходить, куда заходить, что-то пытаешься читать. Но это, конечно, да. Говорят, даже приложение есть по метро, но что-то пока некогда скачивать даже. Сейчас подумаю, может, скачаю, где появится минутка. Опачки. Опачки. Так, надо вспомнить. А, я тут был, да, тогда с Соней, когда мы в гости ездили. Ага.
Все, я понял, да, я уже вспоминаю. Хорошо, спасибо большое вам. Угу. Вот там площадь, там вечный огонь и сад. Сейчас завернем, посмотрим. Хорошо. Да надо вон сходить даже, наверное, не? Владимирович, может туда, а потом на площадь? Да. Ребят, пошлите к вечному огню сходим. Спасибо еще раз. Да. Брестская крепость, герой Кирилл, а не город Брест. Так, а что говоришь? Так, никого не потеряли? Все на месте вроде. Чик. Ну что, масштабно, конечно, ничего не скажешь. Все, мальчишки пошли смотреть, фоткаться. Кремль. Здесь вечный огонь. Караул. И вот там вот вечный огонь. Да, вот тут вот получается с вершины площади вид. Ну, красиво открывается, да. Мы когда-то были с мамой Аней и Соней в Москве. Мальчишки первый раз. Часики. Надо увидеть. Посмотреть. Нам надо туда приехать, потом еще надо. Ага. А там что-то осталось? Пацаны прорвались пару раз. 200. Ну что, пацаны, знаете, что это? Вон там было только что написано. ВТБ-арена. Это домашняя арена, поле Динамо Москва. Вот мы сюда на матч пришли. Динамо-Спартак. На кубок там, или как оно будет, короче. Привели мальчишек. И дети... И взрослые, все одинаковые, все любят футбол. Да там надо рулить за этой. Вот, 1-0, давай. Да я попрыгаю. Это, можно сказать, что такой торговый центр под стадионом. Сейчас пойдем перекусим, дети перекусят. И на футбол. Покажи, Гоша, что там взяли мы на сувенир? Взяли, короче, вот шарфик. Да, да, тут все берут. А знаете почему? Потому что мы Динамо Брест говорим, да, и делают скидочку. Так, 800 рубликов, а отдают за 560 рубликов. Так что на память пусть будет. Да? Куда Ярик уже убежал? Пошлите. Так, ну что, звук вы слышите? А сейчас я вам еще картинку покажу. Все наши. А сейчас готовьтесь. Взрыв головы. Чпуньк, смотрите, ВТБ-арена изнутри. Мониторчик, трибуны со всех сторон. И мы так это высоковато. Все, ждем начала игры, пока разминка. Напустили. Классно.
Ребят, к концу первого тайма добавили минутку. 40 минут, там были даже 42. Столько моментов никто не мог забить. Но потом Динамо забивает. А, плюс 5. Но сказали минуту, а поставили на табло 5. Что-то несогласованность какая-то. Ну, ладно, неважно. Там, короче, гол. И потом буквально сразу еще, через минуту, еще один гол. 2-0 Динамо ведет. Благодаря нашей поддержке Динамо ведет, да? Ух, сохранил, народ. Кривулина. Счет с первого периода не поменялся, но тоже были опасные моменты во втором. Прикольно, стадион орет. Поддерживает, болеет за команду. Даже дети наши поддерживают. У нас только один, да, пацаны? Один за «Спартак», все остальные за «Динамо», да? Ребята, гол! Третий гол! За минуту до конца добавленного времени даже! Круто! Это круто! Отличненько! А теперь мы прыгаем в метро. Точнее, еще в магазин. Перекусить, попить детям. И прыгаем в метро. Едем на вокзал ждать наш поезд и кушать.